По данным синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске будет пасмурно. Подробнее расскажу прямо сейчас. На Южном Урале переменная облачность, осадков не ожидается. О температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфалее плюс 13. В Магнитогорске, Троицке, Карталах и Южноуральске плюс 14. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы. В воскресенье и понедельник плюс 3, во вторник плюс 2. А в дневные часы в воскресенье и понедельник плюс 8, во вторник плюс 6. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м.